Сегодня в краевой столице стартует финал школьной баскетбольной лиги КС-Баскет в Сибирском федеральном округе. Соревнования пройдут в течение 5 дней с 16 по 20 марта. В этом году игры будут проходить в зале Алтайского государственного педагогического университета и спорткомплексе «Победа». В турнире примут участие 12 юношеских и столько же девичьих команд, которые разыграют путевки в общероссийский финал чемпионата школьной баскетбольной лиги «КС-Баскет». В окружном наши регионы будут представлять победители краевого этапа соревнований. Юноши Барнаульского лицея номер 121, команда «Взлет», и девушки Первомайской средней школы под названием «Мечта». Накануне состоялась жеребьевка, в результате которой алтайские команды узнали своих соперников по групповому этапу. «Взлет» сыграет с юношескими командами «Факел» из школы номер 2, Саянской Иркутской области и «Кристалл» из школы номер 9 города Нерчинска Забайкальского края. Первомайская «Мечта» сойдется на площадке с коллективами из Бурятии, Каменский лицей Республика Алтай, лицей номер 6 города Горно-Алтайска.